Более 500 надписей с рекламой наркосайтов ликвидировали полицейские в Карагандинской области. Там прошла широкомасштабная акция «Стоп-граффити». В частности, стражи порядка охватили город Темиртау и поселок Ахтас. Уничтожить надписи на стенах зданий помогали им работники акимата, волонтеры, студенты, военнослужащие Минобороны. Всего более 1000 человек. Незаконные граффити чаще всего появляются на фасадах жилых домов, заборах и других общедоступных местах, говорят активисты. Рекламу закрасили плотным слоем краски. Кроме того, уничтожено 5 листовок с рекламой заработка так называемых закладчиков. Проводимые мероприятия направлены на выявление наркограффити. Наркотики – это наша проблема. Это огромная проблема, которая может повлечь очень серьезные последствия для нашего населения, то есть для нашего будущего подрастающего населения. Цель одна – закрасить все до последнего граффити. За предыдущие акции по городу Темиртау было закрашено более 3000. Целенаправленная задача – искоренить данный вид преступности. Параллельно участники акции раздавали прохожим информационные буклеты и провели разъяснительные беседы. А по центральным улицам прошел автопробег против наркотиков. Это очень важно, особенно сейчас в наше время, ведь даже подростки сейчас могут найти абсолютно все, и наркотики – это очень плохо. Я знаю очень много различных ситуаций в нашем городе, когда подростки подвергались наркотикам, зависимости. Я считаю, что с этим нужно бороться.